Глава Химок Дмитрий Волошин провел встречу с пострадавшими жильцами от взрыва на улице Зеленая. В собрании принимали участие владельцы квартир, которые пострадали сильнее всего, и представители администрации города. В первую очередь людей волнует документ о признании квартир пострадавшими. Мною подготовлено выпущенное постановление с перечнем квартир. Такой документ сегодня есть уже. И на основании этого документа мы будем производить компенсации, выплаты и оказывать помощь. Жители попросили пересмотреть вопрос о предоставлении временного жилья. Сейчас всех жильцов пострадавших квартир разместили в гостиницах. Для комфортной жизни у них есть все необходимое. Но есть семьи, которым не нравится жить в отеле. Мы хотим какую-то компенсацию, опять же, за съемное жилье. Предоставьте нам какую-то некие выплаты, по которым мы могли бы снять себе жилье, то, которое у меня ребенок, допустим, он учится в школе. Я его как оторву от этой школы? Дмитрий Волошин во время встречи объяснил, как именно будут производиться компенсации за аренду жилья. Тем, кому это требуется, сами смогут выбрать себе квартиру, в которой им будет комфортно жить. Также сейчас решается вопрос о ремонте пострадавших автомобилей. Не все они были застрахованы. Кроме того, страховка ОСАГО не предусматривает выплат в случае ЧС. В настоящий момент мы пока знаем о 5 автомобилях, но я думаю, что их больше, потому что машины пострадали и зеленые 18, и зеленые 19. Жильцы дома также рассматривают возможность отключить дом от газоснабжения и полностью перейти на электричество. Этот вопрос тоже обсуждали на собрании. В ближайшее время управляющая компания проведет общее собрание дома, где жильцы смогут проголосовать за или против отключения от газа. После официальной встречи жители дома смогли пообщаться с администрацией города в неформальной обстановке и еще раз проговорить все волнующие вопросы. Александр Гузаев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.